Необычно сложилась трудовая биография Бориса Петровича Кабанова. Родился и вырос он в степном селе Бахтимир Астраханской области, но позвала парня романтика моря. Закончил мореходную школу, стал старшим механиком. 18 лет работал на Южном Каспии. Но в последние годы затосковал по родной земле. Вернулся в колхоз, окончил курсы трактористов, освоил дождевальный агрегат. В овощеводческой бригаде кавалера ордена Ленина Алевтины Семеновны Однобоковой трудится Борис Петрович четвертый год. Лучший поливальщик колхоза, победитель социалистического соревнования, он ежедневно выполняет по две нормы.